Всем привет! Сегодня мы будем убирать морковку. Будем собирать урожай, посмотрим, что у нас выросло за лето. Будем собирать три сорта морковки. Это карамелька, амстердамская и нанская. Три сорта. И посмотрим, какой сорт лучше себя покажет. Ну все, пошли на грядки. Что, уже сделали уроки? Сережа, я твоим гусям сделала ветки. Ботву морковную. Ух, какая здоровенная морковина. Ой, чуть не упала. Последнюю перчатку нашла. Урожай наш урожай. Вот эту ботву будут есть гуси. Мы им насушим веников на зиму. Она высохнет, и они ее будут зимой клевать. Щипать. Целая куча получилась. Также свеклу я не выбрасываю. Ботву всю уничтожит. А это будем кушать мы. Витамин роста. Хранить будем в песке, наверное. Есть мох, опилки, песок. Может, по-разному попробуем. Посмотрим, как лучше храниться будет. Подполье. В подполье уберем. Вот думаю, морковь разная. Надо, наверное, ее сортировать. Крупную отдельно хранить. А как бы вот эту съедать в первую очередь. Ну, а среднюю съедать в серединке. Я думаю, это будет дольше храниться. Хорошая морковь. В том году собирали ее в конце августа, так как были дачниками еще. И она была гораздо меньше. Наверное, вот такую вот привезли. А в этом году здесь живем, поэтому собрали ее в конце сентября. Может быть, даже она еще постояла, поросла. Нормальная уже морковь. Карамелька у меня до сюда посажена. Я не с тобой разговариваю вообще-то. Что ты говоришь? Что говорю, то говорю. Карамелька, говорю, у меня до туда посажена. Так, карамельку собрала. Следующая будет у нас морковь амстердамская. А в конце там нанская растет. Сейчас будем смотреть амстердамскую. Здесь в моркови у меня выросла вот такая штука. Я не пойму, это сорняк или это морковина так выросла, семена дала. Бабочка сидит. Красивая.
Даже не боится. Я ее кручу, она не уходит. В общем, что это за штуки? Это вот здесь вот семена какие-то. Может, это семена моркови? Даже не боится. А? Вот, связывай. В эти веники. Что это морковь? А? Что это морковь? Чего это морковь? Это морковь. Смотри, какие семена. Это разве морковь? Я, по-моему, длинненькие сажала. Да, это морковь. Морковь так выросла. Значит, их надо собирать в пакетик. Вот карамелька. А вот амстердамская. Совсем она какая-то тощая. А вон съесть. А вон съесть наш. Совсем даже не тощий. Съесть. Он у нас не тощий, да. Вот это лучшая морковка из карамельки. Вот это лучшая морковка из амстердамской. А вот это лучшая морковка из нанской. Даже вот это лучшая морковка из нанской. Вот. По-моему, вот этот сорт, как он был мой любимый, так и остается. Нравится карамелька. Вот такая морковь. Ух, мне его не поднять. А! Пакет трещит. Короче, лопнул у меня пакет на 11 килограммах. Так, здесь 8 килограммов этой тощей амстердамской нанская морковка. 10 килограмм. Сеся любит со мной в огород ходить, да, Сеся? Румяная вся. Вот столько моркови я накопала. Получилось у меня 30 килограмм этой моркови. Так хорошо отдохнула на свежем воздухе. Журавли там улетали, пели песенку. Осень, конец сентября. Еще осталось свеклу собрать, капусту собрать. Там у меня еще укроп зеленый растет, петрушку рву. Огурцы закончились, помидоры. Одна помидора у меня соспела, красная. Остальные все почернели. Короче, помидор у меня нет. Капусту кушаем. Пироги делала с капустой. Вот мои пироги с капустой. Вкусные пирожочки получились. Там капуста, пережаренный лук и яйцо. Лук у нас тоже много. Прическа развалилась. Фу. Вот столько моркови я собрала. Много получилось. Интересно, насколько мне ее хватит, как ее хранить? Буду пробовать. В песок ее, наверное, надо спрятать. Есть опилки, есть мох, есть песок. Можно все что угодно попробовать и посмотреть, где морковка будет лучше храниться. Сегодня такая вся без макияжа хожу. Без маникюра. Надо маникюр делать. Ну что, всем пока, до новых встреч. Там я еще кино выпущу скоро. В Санкт-Петербург ездили. Так что ждите. Время найдется, сделаю вам фильм про Санкт-Петербург. А пока смотрите про морковку.